Папа, папа, а давай позвоним маме и узнаем, как у нее дела, больнички. Не появился ли еще малыш? Ой, конечно, Катя, давай узнаем. Мы давно не звонили. Сейчас позвоним, и она нам все расскажет. Катя, сейчас мы ее наберем и узнаем, как дела. Алло, алло, Даша, привет, как у тебя дела? Мы с Катей очень волнуемся. Малыш еще не появился? Катя очень-очень его ждет. Алло, алло, мам, как у тебя дела? Я так волнуюсь. Я хочу, чтобы быстрее появился малыш. Алло, алло. Да, у меня все хорошо. Нет, малыш еще не появился. Он еще у меня в пузике и, по-моему, не хочет никак вылезать. И хорошо себя чувствует. Да-да-да, я вам обязательно сообщу. Да, пока. Уже вечер. Ложитесь спать. Спокойной ночи. Ну вот, Катя, ты все слышала. У мамы все хорошо, только малыш никак не хочет появляться. Она нам обязательно сообщит первым. Давай спать, уже очень поздно. Папа, папа, а почему малыши появляются у мам, а не у пап? И может ли появиться малыш у папы? О, Катя, нет, малыши появляются только у мам. Так уж задумано природой. Папа никак не сможет выносить малыша. Не знаю, как тебе объяснить-то дальше, чтобы понятно было. Пап, да я вроде поняла. У мамы так у мамы. А так бы еще и у тебя был бы малыш. У нас был бы и братик, и сестренка, сестренка, братик. А так у мамы. Ну ладно, пойду посплю. Да, ребята, вот это Катя придумала. Малыш и у папы. Как бы страшный сон не приснился сегодня. Надо поспать чуть-чуть. Ой, мне кажется, что я рано проснулся. Нужно еще поспать. Ой, где это я? Кто вы? А-а-а, у меня огромный живот. Что случилось? Где я? Помогите. Неужели я могу выносить малыша? Ой, ребята, ребята, мне кажется, я в больнице. Я же только сегодня Кате рассказывала, что такого не может быть. Как это могло произойти? Врача, врача, девушки, позовите мне врача. О, ужас. Ой, да ну что, вы не волнуйтесь, все хорошо. Сейчас полежите, и скоро появится малыш. Доктор, доктор, да вы что, какой малыш? Какой малыш? Это я просто много съел. Я же мужчина, папа, я не могу выносить малыша. А, это какой-то страшный сон. Помогите! Да не волнуйтесь вот так, все хорошо. Ой-ой-ой, что-то случилось. Папа так сильно раскричался. Пойду посмотрю, что случилось. Папа, папа, ты чего кричишь? Что случилось? Ой, Катя! Ой, мой живот! У меня нормальный живот! А, ура, ура, ура! Катя, извини, я тебя, наверное, разбудил. Мне приснился такой ужасный сон. Фух, можно выдохнуть, чуть с ума не сошел. Катя, извини, еще ночь. Фух, да нет, Катя, у меня все хорошо. Просто мне приснилось, что у меня вырос огромный-огромный живот. Я лежал в больнице, и поэтому, наверное, я так громко кричал, что разбудил тебя. Извини, пойдем. Я расскажу тебе сказку и уложу обратно в кровать. Как хорошо, что это был сон. Завтра утром проснусь и обязательно сразу позвоню маме. Спрошу, как у нее дела. Это, наверное, я папу спрашивала, почему у него не может появиться малыша. И ему приснилось, что у него большой беременный живот. Вот он испугался, наверное. Он так сильно кричал, что я аж проснулась. Эх, ну еще ночь, пойду обратно спать. Вот такая история, ребята. Подписывайтесь на канал Дариналка и смотрите новые видео. Пока! Фух, Катя легла спать. А я, наверное, теперь до утра не усну. Вдруг опять кошмар приснится. Пойду включу телевизор.